Ну а сейчас я хотел бы передать слово Екатерине Бориско, которая сейчас, скажем так, расскажет вместе с вами историю о том, как зарождалась музыка от древних времен и до наших дней. Я передаю Кате слово. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я хотела бы вас спросить, хотели бы вы когда-нибудь заглянуть в прошлое, увидеть, как жили люди до нас? Да! Да. И вот сейчас мы с вами перенесемся очень в давние времена, когда мы еще не умели ни писать, ни читать, ни даже говорить. Да, мы представляем, что, может быть, мы были еще такими полуобезьянами. И как вы думаете, как мы могли общаться? Жестами. Жестами. А кроме жестов? Картинками. Картинками, а нотами. Еще раньше? Нотами. Нотами почти. Звуками. Да, молодцы. Звуками. И мы сейчас с вами попробуем это сделать. Ну вот мы представим, что у нас не урожай, и нам грустно. Давайте все вместе. А теперь наоборот, у нас созрел урожай, свежий, вкусный банан. Хорошо, а теперь мы сделаем так, у нас два острова, вы будете первый остров, вы будете остров второй, и первый остров расскажет вам историю. История такая, приехали другие племена, напали, все съели, вам грустно и страшно. Какие звуки бы вы использовали? Давай. А расскажите, как напали. Молодцы, а потом снова стало грустно. А вы расскажите, что наоборот, у вас был большой урожай, все отлично, много пшена и достаточно еды, радостной. Молодцы, еще раз. Ну а теперь вы из сочувствия часть своих бананов даете другому острову. И вы теперь что, вы радуетесь? Отлично. Ну что же, а теперь у нас... Прошла 1000 лет, а может быть и чуть больше, и нам стало мало только тех звуков, которые мы можем своим голосом извлекать, и мы поняли, что мы можем еще разные звуки извлекать из окружающих наших предметов или из своего тела. И теперь давайте мы подумаем, как можно тогда выразить радость. Отлично. А чтобы было громче... Хорошо. А если что-то тихо, так, чтобы никто радость не услышал? Да, молодцы. А теперь мы... Да. Злость-то. Да, молодец. Отлично. Супер. Отлично. И сегодня мы с вами знаем, что у нас... Есть разные виды искусства, есть музыка. Что еще есть? Живопись. Живопись. Что еще есть? Математика. Математика. А, например, скульптура, танец. Правильно. Но эти искусства раньше были все смешаны, и науки тоже. Раньше не было отдельно математики, отдело музыки. Было все вместе, и это называлось синкретическое единство. И все служило культовым целям. То есть люди пытались многих богов, в которых они верили, как-то умилостивить. И для этого они им и кричали, и танцевали, и пели. И религии, как науки, не было, были такие верования. И потом, с течением времени, все стало отделяться. И если мы думаем, что это произошло давным-давно, это не совсем так. Так наши русские народные песни – это все еще остатки вот этой древней культуры. И сейчас мы с вами разучим одну песню, а потом еще и станцуем. Но мы начнем с песни. Я вам ее спою. Вью, вью, вью я капусточку. Я повторю еще раз. Слова вью, 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 вить. Я капусточку. Давайте слова повторим. Вью, 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 я капусточку. Молодцы. А теперь вместе со мной споем. Я спою еще раз, и потом вместе. Вью, 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 я капусточку.
кочеток, завивайся вилой кочеток. Завивайся вилой кочеток. Завивайся вилой кочеток. Завивайся вилой кочеток. Молодцы, а теперь мы споем всю песню вместе и... Вью, вью, вью я капусточку, вью, вью, вью я капусточку, завивайся вилой кочеток, завивайся вилой кочеток. Молодцы! А теперь я попрошу детишек выйти ко мне. И мы возьмемся в хоровод. Дальше. Выходим. Могут и взрослые. Кто хочет? Иду. Ага. Я сейчас все расскажу. Мы пока встаем. Вот. И теперь? Да. Пока в круг. Там мы Нам кого-то не хватает. Ну-ка еще четыре человека быстренько. Так, Саш. Тогда взрослые. Да. И еще одного. Еще два. Еще два, кто смелый. Еще три. Пять. Вот, отлично. Все. И круг у нас замкнулся. И мы сейчас... Мы делаем следующее. Мы с вами поем песню и идем по кругу. Поют все те, кто сидят. А там? Вью, вью, вью я капусточку. Вью, вью, вью я капусточку. Завивайся вилой кочеток. Завивайся вилой кочеток. Молодцы! Кто знает, как называется такой танец? Хоровод. Совершенно верно. Какую фигуру мы принимаем? Круг. Круг. А кто знает, олицетворением чего является фигура? Солнце. Совершенно верно. Недавно была Масленица. И это был культ бога Солнца, который и в Древнем Египте бог Ра был, и в славянской мифологии Ярила. А теперь мы чуть-чуть усложним игру. Просто продолжайте идти в хоровод, мы будем петь, а движение вы поймете сами. Взялись за ручки. Ага. А ты будешь посмотреть. Все отлично. Thank you.
ответьте мне на вопрос. Я вот так. Мы пели с вами сейчас одноголосную мелодию или многоголосную? Одноголосную, правда. Мелодия была все время одна и та же. А сейчас мы с вами перенесемся еще на несколько столетий вперед и попробуем с вами поимпровизировать сразу многоголосно. Попробуем? Да! Да. Мы будем мычать... А мы будем одновременно. Да, хорошо. И кто-то может импровизировать свои мелодии. Кто хочет поимпровизировать свои мелодии? Отлично. Я буду показывать, все держат вот эти две нотки, и я показываю, кто импровизирует. Договорились? Так, та-та, номер та-та.